Давай, рассказывай! Пошла я однажды на охоту. Шла, смотрю, в кустах ружье лежит. Видно, потерял кто-то. Взяла я ружье, дальше пошла. С ружьем охотиться удобнее. Нашла? А я вот, наоборот, потерял. Это тогда, когда я решил исправиться. Рано утром вышел из дому, иду по лесу, птички щебечут, красота. Ружье подальше в кусты забросил и пошел гулять по тропинке. Иду, никого не обижаю, грибы жую, цветочки нюхаю и справляюсь. Совсем уже исправился. На себя уж не похож. Не волк, а заяц какой-то. Извини, я тебя перебил. И чего дальше? Ну вот, иду я с ружьем по лесу, думаю, вот бы зайца встретить. И только подумала, смотрю, а по тропинке заяц идет. Я как выскочу из-за дерева, как закричу. Кто-то прилетел. Птица, наверное. Наверное. Надо же, вот и у меня такая же история. Иду по тропинке, а из-за дерева охотник. Как выскочит, а в руках у него мое ружье. И как закричит. Пиф-паф, ой-ой-ой, я еле ноги унес. И с тех пор решил не исправляться. Вот только жалко, что лица того охотника я тогда не разглядел. Я бы ему сейчас показал. Пиф-паф. Ой-ой-ой. Кто-то квакает. Лягушка, наверное. Наверное. Извини, я опять тебя перебил. А ты что закричала, когда зайца увидела? Кто? Я? Да нет, я уж не помню. Это кто-то другой закричал. Да, конечно, кто-то другой. Я смотрю, этот кто-то другой как закричит. Пиф-паф, ой-ой-ой. А тот не то заяц, не то еще кто-то серый. Как убежит? А я еще подумала, хорошо, что это не я кричала. А то бы этот серый мне показал. Пиф-паф, ой-ой-ой.